Наводить чистоту в Самаре начнут раньше обычного. Теплая погода позволяет. Большая ответственность лежит на управляющих компаниях. В городе сейчас работают 67 коммунальных контор. К некоторым, конечно, есть претензии, но после прошедшего лицензирования на рынке остались те, с кем можно работать, утверждает первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. В противном случае на нерадивые компании всегда можно найти управу. Есть законные рычаги, и к одной из фирм их уже применяют. Мы сегодня работаем над отзывом лицензии, но отзыв идет только через суд. Это вот управляющая компания ПЖРТ «Советская». Масштабное благоустройство в этом году коснется городских скверов. К юбилею улицы Старозагора отреставрируют место отдыха возле Академии управления. Установят клумбы и приведут в порядок фонтаны. Преобразятся также площадь Куйбышева, Струковский сад и пешеходная зона рядом с фонтаном на Осипенко. Перед стартом этих работ пройдет традиционный месячник по благоустройству, в котором примут участие все профильные департаменты и управляющие компании. Контроль за этой работой будет обеспечен. Мы в третьей декаде на сегодняшний день планируем провести везде смотры по инструменту и готовности в месячник. Идут в третьей декаде, пойдут средники, все управляющие компании, все структуры муниципальные будут в среду выходить и после обеда работать на закрепленной территории. Также в рамках месячника по благоустройству Самару очистят и от торговых палаток, которые портят вид города. Демонтаж лотков на тротуарах и возле остановок общественного транспорта будет идти параллельно с благоустройством улиц. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.